Достаем картридж и фотобарабан. Открываем крышку и видим наш основной узел, который отвечает за захват бумаги. Вот этот вот ролик. Он должен быть шершавеньким. Он должен быть чистым. Не должно быть ничего здесь порепано. И он должен стоять в своих посадочных местах. Вот в таком положении аппарат будет нормально тянуть бумагу. И никаких замятий. Хоть положите 50, хоть 100, хоть 150 листов. Поэтому нужно обращать внимание. Бывает вот здесь вот остается часть тонера. Он цепляется на бумагу, потом остается на ролике, и буквально через листов 50-100 ролик вращается, бумагу захватить не может. Обращаем внимание на вот этот вот ролик, и у вас никогда не будет джамов.